сейчас получат выпускники дипломы, те, кто заслужил красный диплом и получая диплом, пожалуйста, не уходите со сцены, останьтесь для общей фотографии. Красный диплом об окончании Балтийского государственного технического университета военмех имени Митфилча Устинова получает Алена Анатольевна Татаринова. Уважаемые родители, не стесняйтесь, подходите, фотографируйте, можно подходить ближе к сцене. Красный диплом получает Сергей Юрьевич Нарыжный. Роман Александрович Садриев. Алена Михайловна Калинина. Дмитрий Сергеевич Тюрин. Павел Викторович Ефимов. Красный диплом получает человек, который носит очень легендарную фамилию – Петр Сергеевич Мосин. Что отец полный тезка и тоже в 1982 году закончил военмех. А здесь папа. Папа, идите сюда. Выпускник 1982 года. Вот она, плеяда. Жмите руку сыну, жмите, поздравляйте. Вставайте в строй выпускников. Александр Сергеевич Олесов. Евгений Юрьевич Дорожкин.
Сергей Владимирович Мельник. Илья Александрович Морозов. Александра Вячеславовна Абраменкова. Ксения Владимировна Степанова. Сегодня в нашем зале присутствуют те, кто проходил курс заочной формы обучения, магистранты. И среди них тоже есть обладатель красного диплома Денис Владимирович Галкин. Минуточку. Денис Владимирович, я знаю, что вы заочники. Откуда вы прибыли? Свердловская область, город Каменск-Уральский. И я знаю, что вы уже работаете. Да, я заместитель директора по персоналу оборонного предприятия. Какого? Оборонного. Ну, назовите. Ну, как бы не так. Кому-нибудь что-нибудь говорит это? Да. Да. Вперед, получайте красный диплом. Составите в строй. Ну что ж, уважаемые выпускники, пожалуйста, располагаемся на сцене поудобнее, так, чтобы можно было войти всем в фотоаппараты. Видео, фото, пожалуйста. Папа, подойдите к сыну, не бойтесь, подойдите. А, я понял. Это будущее, так. Сын ее скоро приведет домой. Фото, аплодисменты, фото. Вот, возьмите дипломы так, чтобы они были видны на фото, видео. Еще раз поздравим всех! Получилось, уважаемые родители? Да? Ну что ж, спасибо большое. Пожалуйста, проходите в зал, занимайте места. Проходите, пожалуйста.